Сегодня отмечается День Земли. Это не столько праздник, сколько повод еще раз задуматься о проблемах хрупкой и уязвимой окружающей среды, проблемах взаимоотношений человека и окружающего мира. В 1992 году Казахстан начал выпускать свои почтовые марки. Первой стала марка «Алтынсарбас Золотой воин». Таким образом, в почтовых каталогах мира и коллекциях филателистов появились отечественные почтовые миниатюры. 80 лет назад родился народный писатель Казахстана, лауреат государственной премии Казахской ССР Туманбай Молдагалиев. Двадцатого марта 1833 года вышло в свет первое полное издание романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Сто лет назад родился один из величайших музыкантов XX века – пианист Святослав Рихтер.